Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Oppo A1K включить режим энергосбережения. Для начала переходим в панель быстрого доступа и находим кнопочку режима энергосбережения. Тыкаем по не раз и можем переключать данный режим. Удержав на ней палец, можем открыть некоторые его настройки. Или же не можем. Давайте попробуем найти их в настройках просто. Переходим в аккумулятор. И здесь у нас есть вот режим энергосбережения. Можем выключать автоматически, когда заряд достигает 60%. Можем включать при указанном уровне заряда батареи, например, там при 20%. Также можем снижать яркость экрана. Можем установить время автовыключения экрана 15 секунд. Можем отключить синхронизацию в фоновом режиме и такие, собственно, функции. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.